Вижу. Готов. 3, 2, 1. Летим, друзья. За контейнером можно лететь. Друзья, лечу за контейнером. Лечу красиво, друзья. Лечу. Главное, чтобы хоппер не забрал. Лечу. Давайте всех. Всех работаем. Работаем, парни. Лечу. Забирай. Лёха. Давай, работаем, друзья. Это начало залп, поэтому всех приветствую на канале. С вами Mortal Hero. Мы попытаемся сейчас максимально быстро забрать халявную 1000. У меня нету, к сожалению, овердрайва. Но почему бы нет хоппера молот, который способен забирать такие голды просто налегке, друзья. Вам желаю приятного просмотра, поскольку далеко не один голдик мы сегодня поймаем. Постараемся. И не забывайте подобные видеоролики обязательно поддерживать пальчиком вверх, если, конечно, вам нравится. А мы уже летим за следующим золотым ящиком. Будь здоров, Санечек, все правда, спасибо. Летим. Право летит. Что, 1000 или конфета? Простой. Так, мы можем забрать простой, мы же простые люди, правильно, друзья? Халявная 1000. Оп, легко наверняка забрали. Друзья, движемся вперед за следующими голдами. И желательно, чтобы это были конфеты, либо же контейнеры. Да, 2 центра, Санечек. 2 центра можно работать, можно забирать 2 даже. Халявных 2. Готовы? Один забираю. Второй уже, наверное, вряд ли заберу. Это обычный. Справа. Да, кстати, справа можно забрать. Лечу. На правый голди, кстати, можно. Можно оформить. Красиво. Я поднимаюсь выше. Красиво, уверенно. Свысока, друзья. Обычный голд. А летим забирать красиво. Оп! И есть контакт. Отличненько, друзья. А мы продолжаем. Продолжаем ловить, Санечек. Спасибо за поздравление. Летим. Так, друзья, есть хороший шанс. Максимальный шанс забрать этот голдик. Пока что, конечно, неизвестно, что там будет падать, но шансики у нас, в принципе, довольно неплохие остаются. И падает лишь обычный голдик. Ну а, друзья, просто легкий. Не почувствовал, забрал 1000 кристалликов. И мы летим дальше. Карты трибют, конечно, карты потрясающие. Было бы неплохо еще куда-нибудь прям наверх залезть. Опа-на, друзья! У нас золотой ящик, у меня, к сожалению, овердрайва нету. Есть хороший, уверенный супер голди, который мы можем вместе с вами забрать, попробовать конфеточку. Но нужны силы на хороший прыжочек, которого, к сожалению, пока что нет. У меня и шансы, конечно, на подбор данной конфетки маленькие, но, друзья, но. Мы же знаем, что хоппер это та штука, которая может забирать, я забираю, друзья. Ждет вас поздравления, мы летим к следующему голдику. Либо конфет, либо контейнеру. Голд, кстати, под мостом, парни. Вот это что-то будет. Я пошел ловить. Но это не этот, но это может... Ну я попробую 0 хп. Забрал, лёгкий, друзья, просто даже без прыжков всяких. Отлично. Попробуй, парни, попробуем за обычным. Летим. Летаем, ура! Лёгкий, просто не почул, друзья. Ну прям как-то многовато, друзья. Очень многовато обычных голдиков падает, если честно. Я немножечко как бы расстроен, что голдов, а точнее конфеты, контейнеров не столь много падает. Поэтому мы летим дальше, надеемся, что реально что-то годное выпадет дальше. Контейнер, парни, пробуй, подавляй, работаем. Забрал, лёгкий, просто не почувствовал. Санечек, спасибо за прикрытие. Очень жесткое, просто жесткое. Летим, взлетаем за следующими. Хотя бы один контейнер уже неплохо. Красиво. Опа-на, есть хороший контакт. Ну я не на доме, парни. А где хоть? Видно? В центре, по-моему. По-моему, центр. Нет, большой мост. Большой мост, конфета. Конфета, большой мост, друзья. Большой мост, конфета. Нужны конфеты. Нужны прям в большом количестве. Главное, чтобы нарк мне не отключили. Главное, чтобы нарк... Ой, хорошая, легкая. Вообще никого не было рядом. Кому-то, наверное... Никому конфеты не нужны, друзья. Но мы летим дальше. Что-то прям всем, видимо, конфет хватает. Кто-то знал, хотя большой... Я готов, парни, лечу, киберспортивно. Просто залетаем, парни, просто летим, забираем голдик. Легкий, просто, не чувство. Ну, обычно, друзья, обычно движемся просто дальше. За следующими голдами в виде конфеток, либо контейнеров. Миха! Опа, наработаем, парни, где? Я мало вижу, не... да, вижу. У кого-то даже слил. Нифига себе. Только у меня оверка отсутствует, парни. Конфетка, вижу, нету овера. Овера нету. Сливайте всех. Всех работаем. Работаем, парни. Лечу. Забирай. Лёха. Есть контакт. Хорошо. Летим, друзья, дальше. И летим к... Обычный. Лететь. Лечу красиво, друзья. Лечу. Главное, чтобы хоппер не забрал. Лечу. Легкая, я просто не почувствовал, друзья. Ну как не почувствовал? Ну, где-то рядом чувствовал, но при этом легко забрал. Летим к следующему. Мало. Мало, летим. Пробуем. Центр еще. Куда лететь, парни? Хотя бы один. Но я на мало, наверное, попробую.
На малый. На малый, на малый, на малый, на малый. Лечу, лечу, лечу. Там рамахнулся хоппер, потому что легкая. Лечу красиво, друзья. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хорошо. Просто не почувствовал, как всегда. Красиво, друзья. Летим, летим, летим дальше. Опа, на парни. Большой мост. Работаем. Миха, два. Два сразу бери. Этот берешь и сразу у них на базе. У меня скорости нет, Санечек, пока скорости нет. И я без хп, если что, что, парни, 0 хп, 0 хп, 0 хп, конфету, пожалуйста, пожалуйста, хорошо, отлично, летит за следующий, не успел, но риск, рискованно, очень опасно, можно попробовать вторую, 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 работаем, 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 вторая, легкая, просто не почувствовал, парни, две конфеты, но просто огромнейший лайк, просто безумнейший, две конфеты подряд, это жесть. Да. Так, центр, да, но я без, без этого, без овердрайва, обычный. Могу, конечно, попротив взять, на самом деле я могу, я же могу, могу, друзья, могу, 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 красиво, красиво, уверенно, просто налегке, друзья, просто и без овердрайва, учитесь, учитесь, стараемся, конечно, не профессионалы, но стараемся тоже, навыки повышаем свои, поэтому летим за следующим, хотя, следующий прям тут, друзья, может быть, рискнем, попробуем, а вдруг, почему бы нет, еще один голдик забрать, легкий, не чувствую, не чувствую, не чувствую, не чувствую, почувствовал, друзья, ладно, летим за следующим, а ядерка особо не пользовался. Лежит. А, кстати, ё-моё, парни, вы чего, нам не нужны голды, парни? Не нужны голды, ну ладно, заберем, почему бы нет. Просто легкие какие-то голды, не знаю, даже валяются, никто не забирает их. Почему-то, ну ладно. Тысяча, видимо, уже никому не нужна. Летим дальше. Так, в яме, парни. В яме голдик, пробую. Подавляю хоппера. Работаем. Обычная тысяча, но ничего страшного, как бы. Мы не расстраиваемся ради тысячи. Опа-на! Ради тысячи можно, а потом можно и за супер голдом ехать. Хорошим, уверенным. Только мне слили, парни, меня слили, пробуйте. Пробуйте, летим, друзья, за следующим. Хотя, может быть, этот заберем. Сейчас поглядим. Вроде промахнулись, парни. Они забрали, ну ладно, за следующим. Так, голд обычный, парни, может забирать, легкий. Легкий не чувствую. Это конт. Да, я, давай конт-то, забираю. Ну, обычный, парни. Саня меня обманул, но ничего страшного, ладно. Что забираем и движемся вперед. Так, что-то прям многовато голдов, парни. Сейчас будем что-нибудь забирать интересное. Что-нибудь так, прям за, интересное. За мои вонючие ноги! Я пробую, пробую. Опа-на, опа-на. Я за основным голдиком, интересненьким. В яме, по-моему, да? Право конфета, парни. Санючек, право конфета, помогай. Давай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Проба, 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 проба. Оп-оп-оп-оп-оп. Артурик, или кто там? Есть. Забрал просто. Ох, вонючие ноги в тебе в помощь. Это было тяжеловато, друзья. Идем дальше. А это что-то интересное, друзья. Золотой ящик есть, только не вижу где. Наверное, в ямке, да? В яме или нет? Лечу, 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 далековато. Далековато. Лечу. Пробую. Оп, оп, хорошо. Просто. Красиво. Полетели дальше. Мишань по центру, но у меня ноги очень воняют. Давай, пробуй, 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 легкая, не почувствовал просто. За счет, конечно, ядерной энергии, но смог. Смог и сделал. Центр. Центр голдик, парни. Центральный голдик, который можно пробовать забирать. Я, конечно, без овера, хотя оверка падает. Но мне, наверное, силенок хватит, чтобы допрыгнуть, правильно? Можем? Можем, 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 летим красиво. Оп, один и второй. Почти ядерку забрали. Конечно, хопперов тут как-то многовато в последнее время. Летим к следующим. Хорош, Санечек. Так, обычный голд, парни. Обычный ящичек летит, аккуратненький. Так, аккуратненький, чисто. Никого рядом нету, можно попробовать еще забрать, наверное, будет. Правильно, аккуратненько. Вот так аккуратненько просто. Вот, оп-оп-оп-оп, и забрали, и как будто нас не было тут, и улетели дальше. Летим за следующим. Так, на большом мосту, парни, падает. На большом. Обычный. Аккуратненький голдик, опять аккуратненький, друзья. Одни аккуратные голды. Никто их что-то не забирает, только мне приходится забирать. Ну ладно. Ну как бы, по-другому вариантов нет, правильно? Мы же заберем. Мои мозги не помытые, Миха. Летим дальше. Опа-на. Есть контакт, есть обычный вроде бы голдик. Есть овердрайв халявный, друзья. Пробуем, 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 пробуем. И один и второй. Один и второй. Хорошо можно обработать. Ну же, ну же, ну же, ну же, ну же. Есть контакт, друзья, забрали. Халявный, просто не почувствовал. Вовремя. Вовремя по овердрайв. Летим к следующему. Ой, парни, по-моему, халявный голдик. Легкий. Просто не почувствовал. Так, друзья, у нас что-то тут падает интересное. А что же тут обычный голдик? Обычный, за которым мы, наверное... А, кстати, контейнер. Вот за контейнером можно лететь, друзья. Лечу за контейнером. Вот контейнер штука важная. Интересная и сочная, аппетитная. Забираем легкий просто. Легчайший. Можно было, конечно, за обычным поехать. Я решил ребятам уже оставить, раз
я как-то не разобрал. Поэтому летим дальше, движемся вперед. Уже довольно много всего поймали, но я думаю, что еще можно несколько голдиков поймать по красоте. Так, друзья, у нас еще один голдик. Хороший такой, уверенный. Обычный, наверное, скорее всего, будет падать. Да, обычный голдик, но есть овердрайв. Хороший такой овердрайвик, киберспортивный, который можно забирать. После чего можно еще и забирать голд, правильно? Почему бы и нет, друзья? Забрали легкий, ну как бы, ну... Все в тайминге. Овердрайв плюс голд. Полетели дальше. Друзья, у нас два голда одновременно. Только у меня ничего нет, а мне отключили припасы. И убили. И контейнер летит, друзья. Контейнер. Сейчас хоппер, наверное, прыгнет. Два контейнера. Два контейнера, из них хотя бы нужно один забирать, друзья. Хотя бы один. Летим уверенно. Летим красиво. Можем. Можем, почему бы нет. Оп, хороший. Есть контакт, друзья. За следующим. Я думаю, что пора выдвигаться. Я, друзья, попробуем взять контейнер. Если будет контейнер. Обычный. Ладно. Попробуем и обычный забрать. В принципе, хотя ховеров тут уже есть овердрайва, но... Но, друзья, промахиваются, все промахиваются и... Ну же, легкая, просто не почувствовал. А летим к следующему. Так, друзья, обычный голдик. Есть вроде бы рушантик. Возле его. Шансик есть, шанс есть, шанс есть, есть, есть шанс. Полетел, оп, красиво забрали. Ну хотя бы обычный, друзья, то чего-то прям... В последнее время стало тяжеловато брать голдики, очень тяжеловато, поэтому мы летим к дальнейшим голдам. Наверное, до сих пор, кстати, Саня играет, нагибает, а уже поздний вечер у нас. У меня 8 утра. Вот так вот, нифига себе. Все поменялось быстро, с позднего вечера до самого утра. Браво. Хорошо, но я без овера. А он овере? Да, не знаю. Не, я ядерку использую. 3, 2, 1. Оглушили. Санечек, помогай. Оп, хорошо, 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 работа. Есть. Ну, как бы ядерку использовали, потому что нужно брать, парни. Нужно брать, нужно стремиться к рису. А как там будет, я, если честно, пока что даже не предполагаю. Так, 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 так. Какой? На мосту, либо Сане в яме? Надо какой-нибудь один забирать. Ой, надо. Саня, пробую. Да, помогай. На мосту. На мосту конфетка, Санечек, работаем. Пробуем. Давай. Я рикошетик пока тут мешает. Маленечко. Помаленечку пробую, оп, полетели красиво, забрали, шикарно, друзья, летим к следующему, жестко. Так, 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 пробуем, есть рядом хороший голдик, обычный, конечно, но попробуем сейчас забрать максимально быстро. На мостике, Санечек, помогай, 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 лечу, пробую, оп, хорошо, есть контакт, отлично, забираем, это очень даже и неплохо. Осталось конфетку где-нибудь выцепить, и красиво будет. Большой. На большом я лечу, Санечек, лечу. Можно забирать, кстати. Можно забирать. Можно, 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 можно. Красиво летим, друзья. Просто по красоте. Скиллово, аккуратненько, независимо. И заставляем. Ну как заставляем? Берем. Красиво забираем. Летим к следующему. Где? В центре. Так, друзья, ну пробуем забирать. Не знаю, что там будет падать, но что-то, наверное, интересненькое. Поэтому нам стоит. Нам стоит это, наверное... А забрать красиво, оп, отлично. Взлетели красивенько, даже никто не прыгал. Наверное, никому обычные голды не нужны. Там летим к следующим голдикам. Я на викинге, Мишань, прыгнуть хотел, но не вышло. И такое бывает, парни. Санечек на викинге там прыгает, старается. Лечу, за голдами, парни. За голдами летим. Аккуратненько. Не мешая практически никому. Оп, аккуратно врезались. Постояли, переместились, забрали, друзья. Ну, красиво. Красиво, не спорю, конечно. Ребята немного помешали, но забрали. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, а где из них? Я лево два вижу, Сань. И в центре один. Какой из них? Не знаю. Какой из них? Какой из них? Контейнер не нужен. Конфета вижу на мосту. Вижу, 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 готов. 3, 2, 1. Летим, друзья, летим, забираем конфету халявну. Блин, врезал в текстуру, но ничего страшного, работаем. Отлично, забрали, шикарно, друзья. Перемещаемся к следующему. Центр, центр, голдик. Лечу, пробую. Готов оформлять голд? Готов. Готов забирать, контейнер давайте. Обычно, ну ничего страшного, ничего страшного, заберем, сейчас попробуем. Оп, взлетай красиво и летим. Хорошо, аккуратненько, оп, забрали, чисто на скилле. Давайте контейнер, пожалуйста. Контейнер какой-нибудь хороший, уверенно. Контейнер. Нужен контейнер, других вариантов не остается. Обычный. Ну ладно, времени, в принципе, маловато, поэтому мы Санечек аккуратненько забираем красиво и на домик, друзья. На этом моменте, наверное, данный ЗЛП будем завершать. Вам спасибо просто огромнейшее за просмотр. Санечек прям падает в лунку. Просто безумно. Если хотите продолжение, то не забывайте поддерживать пальчиком вверх.
Наберем 200 лайков, продолжим и запустим еще одну часть в нашем канале. Ну а с вами был Immortal Hero. Всем до скорых встреч.